Натягиваем пальчики, пальчики натягиваем. Шире станьте, шире растянитесь. Не торопимся. Натянули, шагнули, натянули ножку. Натягиваем. Аня, натягиваем. Девочки, остановились. Еще раз посмотрели. Вы должны карандашик острый. Раз, поставить. Пальчики зажать. Зажать. Мы не просто так ходим, а зажимаем всю ножку. Ровная, красивая. Пошли. Аня, еще выжимай. Поля, хорошие стопы. Даша, стопы, стопы еще. Держим пятки вместе. Красивый, я отсюда вижу. Держи. Вау, вау, вау. 9. Куда ты заваливаешь? Такую красоту. Бугорочек мне покажи. Вот тут у нас что? Страдалица. Аня. Десять. Пошли, шагаем. Раз. Два. Три. Натянутый. Поднимаем. Четыре. Пять. Шесть. Дашенька, посмотри. Копии. Семь. Согнутые. Восемь. Девять. Копии. Десять. Натянутые. Раз. Два. Колени. Натянутые. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Лиза, колени. Восемь. Девять. Умница. Лана. Раз. Давай теперь вы понимаете, почему она показывает. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили. Садимся. Получится. По второй позиции сели. Да, Лиза. Шире ноги. Вот так сели. И выжали стоп свои. Хорошо. Ну, выжимай, Ксюша, еще выжимай. Не сломанные куклы, выжатые. Пошли, ручки взяли. По вторую позицию сидим. Раз. Давай.
сидим. Хорошо, Лиза, поршень, которая. Четыре колени точно в стороны. Пять. Девять. Встаем. А раз. Здесь обратно. Вы должны вот так смотреть. И давай. Раз. И сесть обратно. Два. Пошли. Три. О, молодец, Алана. Четыре. Хвостики зажали. Молодец, Алана. Пальчик у вас зажат, вы куда пятку оторвала и перешла красивая вывернутая ножка. Видите, когда пальчик у вас здесь, пятка вниз точно. И пошли. Раз. Вывернули ножку. Два переползли. Аня, зажимай пальчики до пола. Вот. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Виолетта, выжми. Посмотри, у нее прямая нога. Вот так. Восемь. Далее. Выверни колено. Девять. Десять. Сели на попу, ноги вытянули вперед. Зажали пальчики. Оторвали. Пятки оторвали. Пальцы зажми, Аксенова. Еще, еще пальчики. Хорошо, у всех пятки должны быть оторваны. Пошли, работаем пятками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И отрываем восемь. Раз, два, три, четыре. Отрываем шесть, семь, восемь. Раз, выжимаем колени. Три. 4, 5, 6, 7, 8. И раз, два, ну, давай. 3, 4, 5. Спину выпьем. Выше, выше, выше. Выжали, держим. Раз. Все пятки оторвали, держим. Два. Давай, давай, Велеслава, отрывается. Три. Оль, ты почему боком сидишь? Четыре. У всех. Лиза, у тебя не оторваны пятки. Пять. Алиса, еще мышку прижимай. Даша, мышку прижимай под коленками. Емцева, мышку под коленками прижимай. Девять. Нет, не должна ногу поднимать. Десять. Хорошо. Натянутыми такими стопами пошли, работаем. Раз, два, три, четыре, пять. Thank you.
3. Стопы натянуты. 4. 5. Дарья, натяни стопы. 6. 7. Ты чувствуешь вообще свои стопы? 8. 9. 10. Что такое было? Вот, что такое? Раз. Два. Тренер. 3. 4. 5. Аня, стопы. Ну-ка, натяни сейчас же. 6. И не смей расслаблять. 7. 8. Животом только легли, лежим. Раз. Голову не проваливай. Два. Три. Четыре. Не надо клюхать. Только смотри, приветствуйте. Два, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо. Работаем. 16 махов маленьких правой ногой держим. 16 махов левой ногой держим. Потом большие махи. Ой, а вам к носу. И потом держим тоже. Все понятно? Натянули ноги. Пошли маленькие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Всех смотрю. 3. Держим. 4. На предплечье. 5. Нажимаем еще. 6. 2. 3. 4. 5. И не надо в сторону. 6. К носу точно. 7. 8. Раз. 2. Натянутой ногой. 3. 4. 5. Бьешь себя по руку. Поленьку. Натяни ее. 6. Вот это ваше поднимание мне не нужно. Вы должны раз бросить ногу. Два, три, четыре. Оля на предплечье. Шесть, семь, восемь. Пошли, разводим поперечный шпагат. И раз. Где лапа? Нет поперечного шпагата. И два свели. Сводим-ка натянутые ноги. И раз развели. И два свели. Так. Три, четыре, и раз, два, три, четыре,
переползли на живот. Через поперечный шпагат. Сели в лягушку. А мы с лягушкой все в порядке. Ну, когда ты дальше? День Николая. Натянули стопы на полу. Ну тогда сиди ровно и не дерзай никуда. Девочка, к кому не дотянуто, надо дотягивать. Все, вот так все. Да, Лиза, я Яблонцева. Давай, давай. Все пойдем. Вытягивай ноги. Так, хорошо. Встали на коленочки. Алана. Thank you.
я поняла. Фиолета только прямыми ручками. Все вот правильно. Прямыми руками. Только прямыми, девочки. Ла-ла-ла. Давай больше, потом ноги широко. Нет, да ногу не поднимай, выпрямляй. И ручку выпрямляй. Давай. Ты, Даша, все можешь. Давай, Даша. Ты ногу-то подними, она у тебя куда-то в сторону. Подними повыше. Давай, я тебе вижу. Давай. Лислава, хватайся. Лислава. Выпрямляй ножку и ручки. Оля, мы тебя ждем. Хватай ногу быстрей. Какие молодочки смешные. Хватай ножку. Так, тут лежат, ничего не хватает вообще. Да на животе уже лежим. Ногу хватает. Голову не закидывай. Нет, стойка на груди. Стойка на груди. Сомнись. Молодец.
Так, лежат и ничего не делают. Девушки, а девушки? Оля, ну покажи класс. Давай. На груди складывай. Давайте. Ну что, ты тоже тренируешься? Другой ручкой пробуй. Какая-то обгоняющая нога получилась. Обгоняющая нога получилась. Свою удобную сторону колесо. Свою
левую ногу. Куда? Левую ногу не переставила через ногу. Вот. Теперь делай колесо. Оп, да, все правильно. У тебя только ногу. Сейчас так. Ох ты какая. Да ты обруч. Вот. Колесо, колесо тренируй. Колесо. И оп. Колесо. Лиза, ты 20 лоблин сделал. Почти. Сейчас стопу. Отпусти. Ну, колесо делаем. Давай, Лиза. Сейчас подожди, Лиза. Ну, почти, Вереслава, рано его отпускаешь. Чуть-чуть протяни. Девочки, мы не вот так, как медведи залазим. И пошли, раз колесо одели на себя. Ну, Мира, отпускай, а ты раз отпускаешь, а ты долго держишь. Вот этой ногой, которой вы зацепляете обувь, тогда вы в колесе вы на голову себе оденьте обувь, спустите его с ноги. Ну-ка, давай еще раз. Что-то получилось? Смотри, ты его как... Ну-ка, молодец, давай. Молодец, Лира, получилось. Смотри, кидаешь его вперед, а сама подкручиваешь его. Удержала, не удержала. Я куда? Сюда. Удержать? Пошли, Бумеран, захватывай. Да. Мира, повтори еще раз. Нет. Аня, Бумеран, где ты? На меня давай. Вот и все, что получается. Если получается, я не знаю. Только голову опусти, Ксюш, на ноги и на коленку. Голову опусти и распусти обувь, чтобы он упал. Не совсем отправить. Сейчас неправильно сделал.
должен хорошо, Аня, сильнее к себе. Девочки, он должен сильно возвращаться к вам. Далеко. Покажи, покажи. Стоять. А у меня получилось. Хорошо. Бабочки. Мама, у меня же нет костюма. Делаешь 50 бумерангов. Аня, вот так он никогда тебе на ногу не накатит. Посмотрели, что мы делаем. Он сильно